плешивый на пожизненное пошел. Так оно и есть. Обратите внимание. Помните, я вам говорил, кстати, надо нарезку эту сделать. Говорил по поводу того, что Вова, ну, для Вовы готовят соус определенный, да? Это бог, это русский, это там, что хотите, да, вот этот соус. А основное блюдо, то есть какашка, это будет другое. И мы узнаем под занавес. Вот мы узнали, что это какашка, что Путин навсегда, Путин forever. И, в общем-то, мы об этом говорили, что это будет Путин forever, только вот в каком виде было непонятно, да. Оказалось, что очень просто. Оказалось, они даже не стали заморачиваться. Я думал, они будут выдумывать что-то сверхъестественное. Они, оказалось, не стали ничего вообще выдумывать. Зачем им париться? То есть вытерли просто ноги об народ. Помните, Путин встречался с руководителями фракции один на один. Это же торг был. Я и говорил вам тогда, ну, нужно нарезку сделать, вот это, что это был реальный торг. Да? То есть каждому он не хотел всех вместе. Почему? Потому что каждому что-то нужно свое обещать. А если услышат, что обещают другому, а вдруг другому обещают больше, так и эти больше попросят. Карелин, депутат от «Единой России», предложил предусмотреть в Конституцию что-то возможность Государственной Думе прекратить свои полномочия досрочно. Что значит предусмотреть в Конституцию? Тут пишут с такими, блядь, ошибками все эти СМИ, жуть, с такими опечатками. Он сказал, было бы честным провести перевыборы в Госдуму, я так понимаю, после голосования по этой Конституции. Но тут же он отозвал свои поправки, об этой идее высказался Жириновский, о досрочных выборах и так далее. То есть и Володин, который в январе был против досрочных выборов, говорил, что это провокация из-за рубежа, ну, наверное, на меня намекал. А теперь за. Теперь все за. Жуть, конечно. И россияне, вот, ну, давайте по этому поводу, наверное, еще поговорим. Потому что россияне рассказали, что считают аморальным поступком. Да, я вот аморальным поступком считаю есть говно, которым кормит Путин, народ России. Это самый аморальный поступок. Это предательство. Предательство будущего, это предательство наших детей, внуков и так далее. Народ предает будущее свое, своих детей, своих внуков. Это безумие какое-то. Надо каждому объяснять это. Что в конце концов, ну что вы такие сопли-то жуете? То есть то, что сейчас происходит, мы как бы с вами спрогнозировали, если вы помните. То есть что будет... Напоследок, так сказать, под занавес у Вовы такая агония и желание что-то исправить навсегда. То есть окончательно, как Филипп Филиппович, получить такую бумажку фактическую. Вот он пытается получить сейчас 22 числа. Нам нужно не дать это сделать. Он уже со всеми договорился, видите, соус подготовили там православным с Богом, националистам с русскими, там, коммунистам со 150-й годовщиной со дня рождения Ленина, мусульманам с днем рождения пророка и так далее. То есть всем все подготовили, но нужно показать, что не всем, что нас это абсолютно не устраивает. В России готовят законопроект о штрафах за противоправный контент в интернете. Видите, даже они не могут на секунду остановиться. То есть у них главные там вопросы, Вову навсегда избрать, да, и тут вот какой-то... Сейчас еще до этого момента они про какие-то налоги заговорят. То есть настолько они не уважают народ. Они даже паузу не хотят сделать. Даже микропаузу до 22 апреля.